Пресекли ввоз в Беларусь гашиша и вывоз на Запад оружия. Гродненские таможенники установили преступную группу лиц, которая осуществляла противоправную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и боеприпасов. Так, в пункте пропуска «Каменный Луг» в ходе досмотра полуприцепа, в котором граждане Молдовы перевозили более 20 тонн семечек подсолнечника, было обнаружено 35 свертков с гашишем весом более 30 килограмм. Как было установлено, наркотики предназначались для распространения в России. При пресечении канала их поступления во время попытки передачи в Минске партии гашиша гражданину России у последнего обнаружены предметы, схожие с частями оружия и боеприпасов, а именно автомат АКС-74У в разобранном виде, пистолет, прибор для бесшумной стрельбы, два магазина для автомата, один из них снаряжен 30 патронами. Установлено, что арсенал предназначался для вывоза гражданами Молдовы в ЕС. В дальнейшем белорусскими и российскими таможенниками установлены лица, которые причастны к перемещению наркотиков и являются организаторами. По данному факту возбуждены уголовные дела, злоумышленники задержаны.